Всем привет! Мы снова на улице. И я хочу вам просто показать окрестности, потому что здесь очень много всяких мест неожиданных. Сейчас я поверну. Вообще очень приятное место. Много очень цветов, конечно, потому что это юг. И просили показывать все. Вот показываю все. Но нужно надевать от дождя что-то. У меня накидка в сумке, а мальчики у меня в куртках. Температура 21 градус. Дождь то идет, то не идет. Поэтому трудно предугадать, как бы. Но только что перестал, в принципе, весь день сегодня шел дождь. Сейчас покажу. Харбор. Вот лодки у меня на фотографии в Инстаграме. Посмотрите тоже, кому интересно. По-моему, мы сейчас идем в не очень интересную часть. Хотя, кто знает. Сэнди, do you know what's in there? Further up. No, I thought he's been. We're going to explore. All right. No, it's nothing there. There is. We've got to go to the right. But there's no path on that side. I think I'm going to have to stop now. Yes, I think so. Wait a minute. Sorry about that. Извиняюсь.